А вот нардеп от Народного фронта Максим Поляков буквально бегает от прокуроров. Как пишет издание «Украинские новини» со ссылкой на свои источники в САП, на Полякова сегодня снова пытались надеть браслет, но парламентарий сбежал. По данным СМИ, журналисты видели нардепа возле управления нацполиции в Черкасской области без этого аксессуара. Поляков и ранее отказывался надевать браслет. Он утверждает, что это незаконно, а правоохранители уверяют, сделать ничего не могут.